Прокачались. Защищайте императора! Она мертва! С вами все в порядке, сир? Пока мы в безопасности. Капитан Рено? Она мертва. Как они могли... Я не знаю, но назад возвращаться уже слишком поздно. Не волнуйтесь, Ваше Величество, мы выведем вас отсюда. Они не первые, кто недооценил клинков. Я прекрасно... Ты остаешься здесь, заключенный. Не пытайся идти за нами.
должны выбрать место для обороны и защищать императора, пока не прибудет подмога. Подмога? Почему ты думаешь, что она прибудет сюда раньше, чем здесь появятся эти ублюдки? Вы не видели заключенного? Опять этот заключенный! Убейте его! Он может работать на этих убийц! Нет. Он может помочь нам. Иди с нами. Им не понять, почему я доверяю тебе. Они не видели того, что видел я. Как могу я объяснить? Слушай, тебе ведомы девять. Тебе ведомо, как направляют они наши судьбы своей невидимой рукой. Служил я девяти все дни мои, сверяя жизнь свою с небесным циклом. Все небо в искрах звезд неисчислимых, пылают все они, и все сверкают, и каждое есть знак». Я знаю звезды хорошо. Скажи, какая отметила твое рождение? Знаки, что читаю я, указывают на конец моего пути. Неизбежна смерть, и в срок придет. Звезды наши не совпадают. Сегодня воин будет надежным компаньоном, коль удача отвернется. Сны мои не предвещают мне удачи, указывая лишь на неотвратимость конца. Но ты, в тебе я вижу солнце луч, сиянье яркой славы Акатоша, тьме наступающей противно. С надеждой этой и обещанием твоим помочь на сердце облегчение. Победы или иные свидетельства успеха сейчас не важны. Могу сказать, я жил достойно, и дух мой упокоится легко. Человек есть плоть, кровь и разумение. Ему ведом рок, но час неведом. Но в этом я благословлен. Я знаю, когда пробьет мой смертный час. Предстану предначертанным судьбой, затем паду. Я к гибели своей иду. Пронзительнее музыки тот голос, что зовет меня. Проводишь ты меня немного, затем расстаться мы должны. От тебя тоже может быть польза. Вот. Неси этот факел, держись рядом. Мы телохранители императора. В нашу задачу входит защищать его в ситуации, подобной этой. Хотя, должен признать, все идет не совсем по плану. Моя работа — вывести императора отсюда живым, и я это сделаю. Держись поблизости и дай нам выполнять нашу работу, и все будет в порядке.
Ты показываешь себя с хорошей стороны. Убейте их! Император в опасности! За императора! Пусть вечно горят драконьи огни! Уже близко. Если ты хочешь помочь, заключенный, будь наготове и дай нам заниматься своим делом. Вы думали, мы так легко сдадимся? Убейте! Этот мой! Вы думали, мы... Вы думали, мы так легко сдадимся? Возможно, император был прав насчет тебя. Больше всего ты поможешь нам, если не будешь мешать нам и не будешь путаться под ногами. Стой! Мне это не нравится. Нужно осмотреться. Похоже, все чисто. Идем. Мы почти дошли до канализации. Чёрт! Эта дверь заперта с другой стороны! Это ловушка! А как насчет бокового прохода? Вон там. Можно попытаться. Пошли! Это тупик. Какие будут приказания? Я не знаю. Ничего разумного мне в голову не приходит. Они сзади! Подождите здесь, Ваше Величество! Жди здесь вместе с императором. Охраняй его даже ценой своей жизни. За императора! Я не могу идти дальше. Тебе в одиночку придется противостоять принцу разрушения и его смертным слугам. Амулет королей не должен достаться ему. Возьми амулет. Отдай его Джоффри. Он один знает, как найти моего последнего сына. Найди его и затвори накрепко врата Обливиона. Ты пожалеешь о том, что связал... Пусть вечно горят драконьи огни! Нет. Талос, спаси нас. Мы подвели его. Я подвел. Клинки поклялись защищать императора. А теперь он и все его наследники мертвы. Амулет... Где амулет королей? Его не было на теле императора. Странно. Он что-то увидел в тебе. Поверил в тебя. Говорят, это драконья кровь, что течет в жилах каждого септима. Они видят больше, чем обычные люди. Амулет королей — это священный символ империи.
Большинство полагает, что символом является корона красного дракона, но она всего лишь драгоценность. Этот амулет обладает силой. Говорят, его может носить только истинный наследник трона. Император, должно быть, отдал его тебе с определенной целью. Он сказал, с какой? Джоффри? Он так сказал? Зачем? Никогда не слышал ничего подобного. Но если кто и знает об этом, то только Джоффри. Он грандмастер моего ордена. Хотя ты этого не подумаешь, встретив его. Он живет тихой жизнью монаха в приорате Вейнон около города Корл. Сначала тебе нужно выбраться отсюда. За этой дверью вход в канализационную систему. Это за запертыми воротами. Мы как раз туда и направлялись. Это тайный выход из имперского города. Или предполагалось, что он тайный. Вот. Тебе понадобится этот ключ, чтобы открыть последнюю дверь, ведущую в канализационную систему. Там тебе встретятся крысы и гоблины. Но, судя по тому, что я видел, могу предположить, что тебе достанет твоего опыта как монаха. Я прав? «Да, никогда б не догадался. Как бы то ни было, не думаю, что у тебя будут проблемы с крысами и гоблинами. Тебе следует доставить этот амулет Джоффри. Не мешкай, сразу направляйся в приорат Вейнон. Понятно?» «Хорошо. Император не зря доверился тебе. Я останусь здесь охранять тело Императора и прослежу, чтобы никто не последовал за тобой. Тебе нужно отправляться в путь. Да пребудет с тобой Талос. Тебе нужно уходить отсюда.
Неизвестно, кто появится здесь раньше, клинки или новые ассасины. Береги себя.